Как зовут? Марина, как зовут вашу отку? Акварель как зовут? Акварель. Рисовать любишь? Да. Ну вот, это почти как рисовать. Ого. Юля, еще одна растяжка. Нет. Еще одна тренировка. Твоя лопатка отвалилась. А ты туда не кинула? Пей, пей, пей. Я не принес тебе вкусняшку, нет. Можешь пить воду просто и все. Сахисрара. Ему Латхару открывай. Ты же будешь скакать. Да. Когда мы едем вперед, мы руки чуть расслабляем вперед. Вот сюда. Вот сюда. Ой, она пошла! Да, она сейчас пойдет куда-то возить. Как дела? Отлично. Ну что, как? Тебе ответили. Тебе ответили. Ты что такое говоришь? Слышала? Кормили, кормили. И особо не разрешали. Давай, подходи. И слева, и стой. Мужчина у вас один единственный. Это я. Чего? Их же двое. Кого двое? Так, Серега же сказал, тоже пойдет. А, мужчина из лошадей един? Там ты забыла еще тогда ноги посчитать. Поговорили, да. Ничего пока не делать. Пока сидите, ждете все. Пускай. Мягенько садись. Умница. Сиди. Сейчас мы тебе будем закручивать тренажки. Слушайте, никто мои очки не видел. Ну что ж за жизнь? Ходить, ходить, готовить и готовить, и где-то потерять. Ну, это только я так могу. Завидуйте мне, белки, жучки. А у меня волшебные очки. О, отлично. Ага. Сюда ножку и ставим. Какие у тебя ресницы белые, красивые. А то, что у него глаза разные, ты видел, да? Да.
А Саша где? Здесь или там? Какой? Маленький. Маленький Саша? Нет, нет, маленький. Скажи. Нельзя. Альбис, нельзя. Вот, можно. Нет, ты ж понимаешь, что это. Ни у кого такой лошади нет, как у меня.
Значит, по жизненному пути пока шла, где урвала, да? Но... Тихо-тихо. Мне же надо везти. Привет. Да? Могу. Намокли. А, так и освежи. Аля, иди сюда. Алтын. Алтын, иди сюда. Можно. Гуляй. На камеру. Ощущение переживания. Давайте. Восторг. Сейчас. Можно. Давайте, рассказывайте. Таня, начинай. Мы сегодня собрались здесь, чтобы победить себя. Я себя сегодня победила. Я получила массу удовольствия, и я горжусь собой, что я это сделала. Мы все молодцы сегодня. Мариса, иди сюда. Верхом. Было классно. Правда. Давай, говори. Мне очень сильно понравилось. Очень сильно. Послушные лошади, очень красивая дорога, и все замечательно. И благословение водой. Да. Все стихии практически сегодня были. Но так как день рождения, поэтому я думала, что остались все довольны, счастливы, удовлетворены. И с новыми впечатлениями дорога в будущее, кататься на лошадях. Чей хоть день рождения? Мое. Да. Поздравляйте быстро все. Поздравляйте. Поздравляйте. Поздравляем! Ура! Даже собаки вон подключились. Спасибо. Класс. Класс. Вот так. А вот, мы хотим фотографию, потом дадут? Да. Вообще, это блаженство. Я поняла. Это я родилась год лошади, и я наконец-то с ней нашла единение. О, так ты тоже лошадь. Да? Класс. Я нашла наконец-то с лошадью единение. Я очень довольна. Очень. Класс. Сегодня блаженство. Хочется еще и еще. Да, это правда. Но немаловажно грамотные поводыри. Ой, да. Как подадут, так и пойдет. Они как бы неформально к этому относятся, очень индивидуально и лично. Маринка с Викторией, конечно, молодцы. Говори. К нам в конный клуб для того, чтобы покататься на лошадке. Можно ехать не только на машине, которую нужно где-то у кого-то искать, ждать, просить. К нам ходит общественный транспорт, автобусы с Холодной горы останавливаются прямо у нас на конюшне. Дорогу перейти каждый будет в состоянии. Номера автобусов написаны в ВКонтакте в группе, в Фейсбуке в группе и выдаются по запросу по телефону. Спасибо. Так, да, я благодарность. Ну, благодарность, наверное, в первую очередь, конечно, это мои дети, поддержка моя. Опора, мое вдохновение. Вот. Также моя любимая племянница, которая тоже вдохновляет, двигает сайты интернетовские. Все, она тут уже у нас ас. Ну и, конечно же, кума, которая самая любимая, поддерживает меня всегда. Она пустует, ругает, хвалит. Все это можно услышать от нее. Вот. Но без обид. Пусть хвалит.
Вот. Спасибо Саше, что мы с ним как бы сошлись вот по поводу собак, познакомились. И что он мне сегодня такое предоставил удовольствие покататься на лошадях. И спасибо вам за то, что вы нас приняли здесь, прокатали, показали пейзаж, что вообще такая природа. Так что и спасибо видеосъемщику, который это все снимает. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Всегда будет так, как хочется. Тебя!